На экспертной сессии «Дизайн в контексте культуры. Стратегия. Коммуникация. Новые вызовы» обсудили перспективы развития отечественного дизайна. Встреча специалистов, практиков и ученых из разных вузов прошла в рамках международного форума «Культурный код», то есть именно в той среде, от которой зависит развитие российской культуры, в том числе сферы дизайна. В ходе дискуссии были рассмотрены ключевые вызовы, стоящие перед отраслью, а также влияние современных тенденций на русский культурный код. Дизайн сейчас на острие актуальности и как метод, и как культурное явление. И вот мне кажется, что сейчас такое очень важное то самое время, когда можно выстроить связи дизайна с различными индустриями и с различными направлениями социальной и культурной жизни. И связи активно выстраиваются. Например, участие начинающих дизайнеров в выставках студенческих проектов, разработанных по заявкам ведущих культурных учреждений России. Это отличная возможность для будущих специалистов заявить о себе. Мы со своими студентами вот сделали коллекцию в коллаборации с Эрмитажем. И сейчас ее вот здесь представляем, где можно посмотреть, как могут на сегодняшний день выглядеть, во-первых, студенческие работы, какие заложены смыслы, как в современном контексте это выглядит и, в общем, как выглядит действительно дизайн в нашей области, в области одежды на сегодняшний день. Вы, как дизайнеры, сегодня развиваетесь очень быстро, очень активно. Технологии меняются, приносится что-то новое. Задачи у нас, видите, несмотря на такие тектонические сдвиги, они тоже в дизайне меняются. И мы должны на это как-то с вами реагировать. Новые вызовы в индустрии появляются все активнее, в такт развитию цифровых технологий. Специалисты отмечают, что сейчас мы переживаем настоящий ренессанс российского дизайна. Все больше внимания уделяется нашей неповторимой идентичности и традициям. Культурный код – это о том, что в нас существует, помимо, может быть, даже нашего сознания и нашей воли, и то, что так естественно, органично мы проживаем и воплощаем. Есть и, я бы сказал, государственное определение, которое трактует, что есть, например, традиционные духовно-нравственные ценности или каковы особенности пути отечественной культуры. Это важные разработки, но они станут не каким-то отдельным набором текстов, какой-то кипой бумаг, каким-то отделенным от человека содержанием только тогда, когда это станет и будет на самом деле интересно каждому человеку, существующему в культуре. Чрезвычайно важно, что это становится частью нашего внутреннего мира. Сегодня дизайн становится не просто эстетическим элементом, а мощным инструментом формирования социокультурных связей и культурных кодов нашего общества. Вот почему так важно не просто освоить этот инструментарий, но и способствовать его развитию. Элеонора Петрова, Алексей Чупка, медиацентр СПбГУ.